картошка, в какую цену. Проверка уровня цен началась на улице. Картошка, капуста, морковь, овощи, завозные и местные. Цены, как уверяют продавцы, практически такие же, как и в прошлом году. Говорят, что держать их позволяет низкая арендная плата. Солнечным дороже намного. Чтобы просто точку ставить, около 80 тысяч надо. А тут как, ларек, пожалуйста, 350. 10,5 тысяч. Внутри самого рынка на Топольчанской ассортимент побогаче. Фрукты, яйца, мясо, что порадовало ревизора народного контроля. Много продукции саратовских производителей. Ну вот тоже, смотрите, какие эти вкусняшки. Это тоже производство Саратовской области. Валерий Гуреев на этот рынок приходит часто. Говорит, выгодно. Здесь можно купить разные продукты и хорошо сэкономить. Вы откуда сюда ходите? Солнечный. А почему там не закупаете? Там очень дорого все. В два раза. На этом рынке народный контроль впервые. Увиденным ревизор осталось довольна. По словам Елены Резеповой, горожане довольно часто жалуются на высокие цены на местных рынках. Ну, Ригла вот как бы не очень любимый рынок. Хотя тоже, знаете, и такое мнение существует, и другое мнение существует. Вот в Заводском районе рынок сам по себе неплохой, но там все-таки грязновато. Куда в следующий раз отправиться, народный контроль держится в секрете, чтобы было неожиданностью, говорит ревизор. Возможно, это будет рынок Солнечный или Сеной. Туда, кстати, в прошлый рейд журналистов не пустили. Вероятно, есть что скрывать. Динара Дусалиева, Алексей Чудин. Новости. Телеобъектив.